Доброго вечора, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі телеканал «Лота» на хвилях радіо «Пульс». «Лот» наживо Смоляний, проект «На боці правди» і на вашому боці. Мене звуть Денис Смоляний, і сьогоднішній ефір веду для вас я. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. В будь-який момент ви можете зателефонувати до нашої студії за номером 050-210-08-98 або написати на нашу сторінку у Фейсбуці «Live Lot Live» і поставити свої запитання, чи прокоментувати ті теми, що ми обговорюємо в цій студії, або взагалі підняти власні. Також на нашу сторінку у Фейсбуці ви можете перейти, скориставшись QR-кодом, який ви бачите наразі на ваших екранах. Ну і ми розпочинаємо наш гостьовий блок. Наші гості вже в нашій студії. Яна Літвінова, Старобільський міський голова. Доброго вечора. Добрий вечір, Денис. Та Оксана Очкурова, керівник громадської організації «Центр спільного розвитку Дієва громада». Доброго вечора. Доброго вечора. В цілому сьогодні буде йти розмова про долю переселенців в Старобільському районі, в Старобільську в цілому, так? І давайте, ну от, на нашій сторінці у Фейсбуці до цього ми зробили невеличке опитування. Звучить воно таким чином. На вашу думку, бути переселенцем юридично необхідно для того, щоб, мається на увазі, більше уваги привертати до проблем переселенців, чи марно і принизливо? Давайте подивимось наразі на це опитування. Трохи пізніше на нього подивимось, зараз його готують. Ну і розпочнемо в цілому із розмови, так? Оксано, знаємо, що ви створили оцей центр спільного розвитку, так, на базі будівлі, яка вже досить великий проміжок часу, нічого не робилося там, так, нічим не займалися в цій будівлі, і вона пустувала. Наразі ви створюєте там суспільний оцей центр розвитку, так? І, наскільки нам стало відомо, цьому перешкоджає районна влада. Розкажіть в цілому, як почали створювати оцей центр, чому саме ця будівля і яким саме чином перешкоджають цьому представники районної влади? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, небольшая неточность. Створили мы общественную организацию летом 2015 года. Вернее, мы были инициативной группой, и очень много было проектов реализовано нами в качестве инициативной группы переселенцев. В марте 2016 года мы были зарегистрированы как общественная организация «Центр спільного розвитку Дієва громада». И опять у нас не было никакого помещения, не было офиса, но было проделано очень много работы. В том числе подготовка фестиваля путешествующего с краины в Украину в городе Старобельске. Этот фестиваль собрал на различных площадках в городе более 5000 зрителей из 17 тысяч старобельчан, проживающих в городе Старобельске. Это очень хороший результат. Поэтому в этом году этот фестиваль приехал в Старобельск снова. Кроме фестиваля было проведено очень много общественно значимых проектов для города Старобельска, для Старобельского района, для переселенцев. И я хочу акцентировать внимание, что наша работа, она не сосредоточена только на работе с переселенцами. Наше главное правило и смысл нашей деятельности – это объединение громады. Мы не отделяем себя от переселенцев, мы не отделяем себя никаким образом, ни детей, ни взрослых. То есть мы себя считаем частью громады города Старобельска, и поэтому название себе придумали «Дієва громада». В феврале 2017 года действительно районной властью нам была выделена часть помещения в разрушенном, неработающем, нефункционирующем бывшем кинотеатре «Дружба». Почему именно это здание? Потому что, ну, во-первых, оно пустовало. Это раз. Во-вторых, это здание коммунальной собственности. Оно принадлежит громаде. А не так много в городе и в районе зданий, которые не были бы частной чьей-то собственностью. То есть это коммунальная собственность. Значит, в принципе, любой житель громады может претендовать на то, чтобы пользоваться этим зданием. Правильно? Мы с февраля 2017 года в этом помещении начали делать ремонт,
Отремонтировали две комнаты с помощью доноров, отремонтировали коридор и холл, который стали использовать как такую большую площадку для проведения различных мероприятий, тренингов, праздников, семинаров, курсов и так далее. В принципе, ну, все было хорошо. Но жизнь идет, к нам ходят люди, очень много людей различных. И уже появилась потребность создавать на базе вот этого пространства большой общественно-культурный центр. Потому что, повторюсь, к нам присоединились и общественные организации города Старобельска, и инициативные группы, и студенты перемещенного тоже вуза. В данный момент только что закончились курсы, которые поддерживал Норвежский совет по делам беженцев. В городе Старобельске проходило 9 курсов для жителей как города и района, так и переселенцев. Эти курсы были направлены на то, чтобы люди получили дополнительную профессию. Любую, начиная парикмахер, кондитер, фотограф, видеооператор, SMM-менеджер. И смысл этих курсов в том, чтобы люди, получив профессию, смогли зарабатывать, устроиться на работу или заняться самозанятостью, то есть, может быть, открыть какой-то бизнес. Естественно, что большое количество курсов, 9. В Северодонецке такие курсы проходили, 3 курса было, у нас 9 в Старобельске. 9 курсов, большое количество людей, они просто не помещались на тех площадках, которые мы могли задействовать. После курсов, что тоже очень интересно, людям требовалось общение, они просили, давайте организовывать клуб. Прошли курсы фотографов, мы, говорит, хотим клуб организовать, у вас замечательное место и выставка может быть организована. То есть люди к нам идут, и это очень приятно, и в принципе работаем мы для людей. Это наше, ну, главное, смысл нашей деятельности. Мы написали письмо в районную администрацию, в районный совет с просьбой о том, чтобы здание выделили, депутаты районного совета рассмотрели наше письмо и выделили здание в пользование. Причем, что с одной стороны есть потребность у громады, есть потребность у общественных активистов, а с другой стороны есть доноры, которые поддерживают деятельность нашей организации и готовы ремонтировать и вдыхать жизнь в это здание. Естественно, что доноры не выделяют деньги просто на инфраструктурные объекты, они выделяют под деятельность. Деятельность проходит, ее в городе и районе видят люди, и поэтому, ну, это совершенно очевидно, что нам помогают, нас поддерживают. Поддерживают все, и доноры поддерживают, и громада поддерживает, ну, і переселенцы. До влади, да. Яким саме чином вони не підтримують, так? І, ну, от ви казали, що по великому рахунку спочатку вони самі вам і дали цю будівлю в користування, так? А тепер що відбувається? А что теперь происходит? Ну, нам пообещали, что решение о судьбе этого здания решает, в принципе, районный совет. И все вопросы к районному совету. Ну, это логично, в рамках закона все понятно. Мы подготовили письмо, и это письмо направили на районный совет для рассмотрения. Но параллельно начали происходить какие-то непонятные вещи. Отдел образования, который на сегодняшний день является, управляет этим зданием, со стороны отдела образования начали идти письма, сборы подписей против того, чтобы мы там работали и функционировали. Они говорят о том, что в Доме творчества, который сейчас на сегодняшний день является таким центром позашкольной освиты нашего Старобельского района, детям недостаточно места. Нужно расширяться, детям нужна раздевалка, им неудобно. Ну и они хотят все-таки, чтобы этим местом дополнительным был этот бывший кинотеатр «Дружба». Но я оговорюсь, скажу, что на сегодняшний день ни одного кружка, ни одного коллектива художественной самодеятельности внутри здания не функционирует. Вот именно позашкольной освиты. То есть и обвинять нас в том, что мы препятствуем детям,
Это абсолютно нелогично. Мы пришли, там детей не было, и по сегодняшний день там детей нет. Наша же инициатива направлена на то, чтобы за счет донорских средств отремонтировать это здание, чтобы оно работало для жителей громады, и в том числе для позашкільної освіти. Яна, до вас запитання. Ви як міський голова підтримуєте таку ініціативу в цілому, створення цього спільного центру спільного розвитку, так? І чому, на вашу думку, не дають цього робити в районній владі, і чи намагалися ви якось вплинути на цю ситуацію? Ви знаєте, я дієву громаду і Оксану лично знаю намного раньше, чем было организовано это общественное пространство, ХАБ. Знаю, что неоднократно, еще будучи депутатом, мы совместно пытались решить данную проблему их с местом нахождения в другом где-то помещении. Уже будучи секретарем, мы неоднократно разговаривали, но, к сожалению, в подчинении города помещений, которые бы мы могли и которые бы подходили под критерии, то есть могли бы собирать большое количество людей, нет. Поэтому, скажем так, они своей энергией, своей силой добились того, что им предоставили комнату в данном помещении, и они вдохнули действительно в кинотеатр, который стоял около 20 лет, жизнь. Могу вам сказать, что на данный момент на территории города зарегистрировано около 16 тысяч переселенцев. Они частично из них мигрирующие переселенцы, которые приехали, стали на учет, уехали. Это есть проблема, и с этой проблемой занимаются все компетентные органы, кому только нужно. Есть часть людей, которые осели в городе. И эта часть очень сильно отличается от наших жителей, которые привыкли вот к тому образу жизни, который из года в год царил в городе. Новые идеи, новая активность, объединение людей, которые вынуждены были искать защиты, искать место для жизни в другом городе, сплотила их в отдельную группу. И вы знаете, вот сколько раз не была в ХАБе, и очень сожалею, я об этом уже в социальных сетях писала, что не имею возможности находиться чаще, потому что несмотря на все их жизненные проблемы, на то, что каждого из них поломана жизнь, у них постоянно там царит смех, у них веселье. То есть они собираются с детьми, собираются с взрослыми, собираются с активистами города. Люди сами в городе начали подтягиваться и активничать. Что с моей стороны касается нас, как меня, как городскую власть, депутатов городского совета ни разу, к сожалению, не пригласили на обсуждение данной проблемы. Со стороны городской власти нам направлены письма, вот, пожалуйста, они одинаковые и на райдерж-администрацию, и на районный совет с прошением, скажем так, положительно решить данную проблему. Вы знаете, курсы для взрослых с переквалификацией и обучением новых навыков – это очень значимая вещь. И когда за три этапа 9 курсов они 63 человекам дали новые знания, ну, мне кажется, что это 63 человека, которые получили возможность реализовать себя на территории города, исходя из тех потребностей на рынке труда, которые имеет город. И это тоже нельзя брать во внимание. Я не говорю, что нужно там полностью отдать все здание, но сесть за стол переговоров и поговорить конструктивно, и принять решение, которое бы устроило две стороны, я ни разу не слышала до возникновения данной конфликтной ситуации о том, что Дієва громада каким-либо образом препятствует проведению кружков или где-то закрывают. Всегда проводили. Всегда проводили и совместные мероприятия с отделом образования. И всегда отдел образования мог обратиться к ним. В чем сейчас проблема? Для меня остается, ну, только гадать. Мне кажется, что все-таки Дієва громада заявила о себе как о серьезных претендентах. И определенные круги в городе боятся потерять здание как таковое. Возможно, это возможно, я не буду утверждать. Но кто-то имеет виды на это здание, которое благополучно 20 лет, скажем так, гробилось и разрушалось. Что меня настораживает в этой ситуации? Я знаю, что с районного совета выделяются деньги на реконструкцию.
есть инициатива, есть международные доноры, которые без бюджетных вливаний готовы отремонтировать это здание, помочь общественному этому социуму. Но, несмотря на ремонтные работы, ни копейки на энергоносители на следующий год не заложено именно на это здание. То есть, соответственно, я так понимаю, что не планируется это здание запускать именно в отоплении, в освещении и в тех позициях, которые необходимы для проведения кружков и проведения там различных мероприятий. Чи і можуть бути от, саме проблемою гроші? Тобто якось зекономити на тому, щоб підключити там до опалення, до електрики, так, цю будівлю. Може бути проблемою саме оце? Чи там не настільки значні кошти? Ви знаєте, я не думаю, що іменно енергоносителі по даному зданню мають большой, ну, скажем так, большую суму денег в розрізі району. Если само капитальная вот реконструкция данного здания оценивается в 11 миллионов гривен, то сами энергоносители они не являются той суммой, ради которой идет сейчас речь. Суть, ну, как говорят, корень зла в том, что почему именно Диева громада сейчас стала неугодной. И здесь мне непонятно, потому что вся действующая власть, райдерж, администрация должны непосредственно, как исполнительная власть, поддерживать переселенцев на территории города. Вот здесь у меня лично очень много вопросов. Но опять-таки повторюсь, ни одного раза к диалогу нас не привлекали. Ну і от саме до питання все ж таки про переселенців. Давайте подивимось все ж таки опитування, що знаходиться на нашій сторінці. Звучить воно, знову ж таки, повторюсь, таким чином. На вашу думку, бути переселенцем юридично необхідно чи марно і принизливо? Юридично необхідно мається на увазі для того, щоб було більше можливості для того, щоб привернути увагу саме до проблем переселенців. Ну і от бачимо, що наразі поки що 100% вважають, що необхідно. І, до речі, є такі коментарі під цим опитуванням. Насправді відповідь на опитування має бути такою: марно та принизливо, але юридично необхідно. Пояснюю, чому людині-переселенцю це нічого не дає, крім клопоту, але держава допомагає у майбутньому вигравати судові процеси з країною-окупантом. Ну от такі є думки. Ну і от до можливості цієї ситуації, як тиску саме на переселенців. На вашу думку, чи є такий фактор? Чи може це бути одною з причин? Ви знаєте, поки річ не зайшла об этом здании, никакого тиску на нас я не ощущала. Наоборот, ми були, скажем так, желанными гостями на всех, на различных мероприятиях. Мы входили до различных, до радших консультативных органов при районной администрации. Например, я вхожу в громадскую раду при районной администрации. То есть, в принципе, нормальная работа шла. И все, мы обо всем договаривались. И вот наша была проблема в том, что мы очень о многих вещах договаривались устно. Когда мы говорили, что будем делать общественное пространство и будем использовать коридор в этом здании, сделаем его за счет донорских средств, и в этом коридоре, который сейчас используем как, ну, мы называем его большой зал, в этом большом зале мы проводим различные мероприятия, об этом мы договаривались устно. И мы договаривались устно о том, что в этом зале может использовать его любой желающий, в том числе представители администрации, в том числе и дети, и руководители Дома творчества. Но проблема в том, что от громады на использование этого зала был запрос, от общественных организаций, инициативных групп был запрос, а от Дома творчества і відділу образування абсолютно не було запросу. Ну і до нас хоче долучитися до нашої розмови телеглядач або радіослухач. Доброго вечора. Представтеся, звідки ви телефонуєте і ставте свої запитання. Доброго дня. Мене звати Наталія. Я з міста Старобільськ. Я на русский перейду. Я хочу, конечно, согласиться з тим, що Дієва громада зробила дуже багато. В нашем городе сделала площадку для общения, а тем самым вживила жизнь в это здание. Вы знаете, как-то было ходить очень
как бы вам сказать, смотреть на это здание, как оно разрушается, как оно занападает. Было очень грустно. Когда Диева громада там появилась, оно засияло новыми красками. Там летний кинотеатр на улице, сделали ремонт, покрасили. И то, что сейчас происходит с этими, с этой молодежью, с этими людьми, это очень плачевно. У нас уже сложилась в Старобельске такая тенденция. Те здания, которые находятся в коммунальной собственности, доводить до ужасного состояния и выводить с баланса в частные руки. Я сейчас понимаю, что сейчас та же самая цель стоит. За короткое время нужно быстро забрать все коммунальные здания. Это точно так же случилось с детским садом номер 6 в городе Старобельске. Типовое здание, которое сухое, новое, которое предназначено, когда там был детский сад, на первом этаже находятся дети-инвалиды. И на втором этаже отдали здание под пенсионный фонд. И будет вестись реконструкция, и, естественно, уже это здание не сможет больше служить детям. Опять сдали в аренду, а потом непонятно, что с ним будет. Поэтому я очень благодарна Яне Литвиновой, которая дорожит тем, что у нас в городе происходит. И я очень возмущена тем, как районные власти цинично лишаются коммунальной властности и также точно переселенцам перекрывают воздух. Дякуємо за дзвінок, таке от висловлювання. Ну, дійсно, бачимо, що підтримка від людей є, але є проблема. От на вашу думку, знову ж таки, усні оці домовленості. Да. Чому, по-перше, вони були усними? Тобто ви просто не очікували, що після цього якісь виникнуть проблеми, чи, можливо, ну, якісь інші причини були, чому юридично документи ніякі не оформлювали, тим паче, що це дійсно, ну, комунальна власність, це будівля, це не, ну, не просто якийсь там ну, у нас, да, у нас отчасти это не устные договоренности, на самом деле у нас есть документ, подтверждающий аренду в этом здании, и аренда у нас на 2 комнаты на 2 года 11 месяцев, это есть. А вот, почему мы не брали больше аренды? Потому что, во-первых, мы общественная организация неприбыльная, и мы, когда только начинали свою деятельность, ну, мы ж не знали, как мы сможем чего добиться, в принципе, планы были, было желание развиваться, но еще не было на тот момент уверенности, что мы сможем потянуть финансово, ну, большую территорию, скажем так. Вот, поэтому о части помещений это были устные договоренности. Это раз. И почему? Я сейчас объясню. Вы знаете, у меня такое ощущение, я вообще не понимаю, что сейчас в городе и в районе происходит. Почему? Потому что, на наш взгляд, мы делаем правильные и нужные вещи. Мы, когда в 2014 году оказались в Старобельске, очень многие, ну, зачем это уже повторять, с одной лишь сумкой приехали, да, и с невозможностью вернуться назад туда, на оккупированную территорию, мы получили большую поддержку от местного населения. Помогали всем, и продуктами помогали, помогали и одеждой помогали. Ну, то есть поддержка была действительно колоссальная. Мы просто как люди, мы благодарны старобельчанам за то, что они нас так приняли. И в свою очередь, вот хотелось сделать что-то хорошее для Старобельска. Мы начали свою деятельность. Мы вроде бы помогаем переселенцам, ну, как сами организация переселенцев. Но я еще раз повторюсь, что во всех наших программах, во всех наших проектах всегда участвуют наравне с переселенцами и местные жители. И вот то наше желание быть полезными для этой громады, мы даже не видели за своими действиями никакого подвоха. Все проекты, которые мы делали, ну, они были направлены на развитие, на украшение города и района. Мурал, который мы сделали в 2016 году, он стал своеобразной такой визитной карточкой. Покажу сейчас. Визитной карточкой Старобельска. Нам приятно, что к этому муралу приходят... Ну, на камеру краще покажите.
Нам приятно, что сейчас к этому муралу приходят и молодожены, и выпускники, все фотографируются. То есть это такое вот место в городе, которое украшает, и, ну, в принципе, о нем знают. Мы создали книжку, небольшая брошюра, которая называется «Рідному місту. Освідчення в коханні». Это был тоже наш такой очень интересный проект. Мы хотели выразить свою любовь к этому городу, которая нас приютила в 2014 году. И переселенцы, и местные писали произведения в прозе, произведения в стихотворной форме, фотографии. Эта брошюра на сегодняшний день существует. Она такая презентационная, можно познакомиться с городом. То есть я к чему говорю, что все наши проекты, вот они направлены, ну, какая-то наша отдача, понимаете, в этом. И мы никогда не думали, что наши благие инициативы могут вот как-то так некорректно, некрасиво истолковать, и что эта деятельность может вот вызвать такой... Ну і наразі до розмови хотілося б долучити юриста, який займається саме цією справою. У нас на зв'язку Володимир Череватий, юрист. Доброго вечора. Здравствуйте. Володимире, ну от хотілося б почути від вас, по-перше, наскільки це юридично можливо, дійсно. Ну от бачимо, що спочатку будівлю було надано в тимчасове користування, наскільки я зрозумів, потім почалися певні перепони до цього, так, щоб повністю до громадської організації не передавати у власність. Наскільки можливо от наразі з юридичної точки зору цю будівлю все ж таки отримати, особливо з огляду на те, що провелися вже деякі ремонтні роботи, витрачені вже кошти на цю будівлю, на її відновлення, і займається вона дійсно корисними справами для міста? Я хотів би немножечко ісправити. Там знаходиться в аренде только два помещения, поэтому само здание находится в оперативном управлении отделе образования. Вот, значит, юридически это все возможно оформить, и в этом нет никакой проблемы. Схематически это можно описать следующим видом. Это здание передается, переписывается на баланс районного совета, и после этого районный совет дает право использования нашей организации и всем другим организациям, которые присоединятся к этому проекту создания общественно-культурного центра. Хотел бы заметить, что общественная организация просит именно в пользование. Никто не просит себе в собственность, никто не претендует на приватизацию, либо на выкуп, либо на другое подобное решение. Поэтому вот как бы так все возможно, все это реально воплотимо, нужно просто голоса на сессии районного совета. Знову ж таки, якщо змоделюємо ситуацію, якщо все ж таки районна рада не захоче цього рішення приймати, як бути з тими коштами, що вже витрачені знову ж таки на реставрацію цієї будівлі і на в цілому на її відновлення, як казали там, що і пофарбували, так і зовнішнього, і внутрішнього відновлення цієї будівлі? К сожалению, когда проводились ремонтные работы и по тому договору, по которому был на тот момент составлен эти работы, они не предусматривают какой бы то ни было компенсации, поэтому это просто перейдет в отдел образования, такой ремонт, это не будет никаким образом компенсировано. Стосовно усних домовлень, от сказала нам Оксана, так, що було дуже багато усних домовлень, тому що не знали, як далеко зможуть зайти, і не знали в цілому, як сильно це зможе все закрутитися. На вашу думку, наскільки можна казати про усну домовленість як про юридичний дійсно акт, і наскільки сильно можна після усної домовленості якимось чином дійсно довести свою правоту? Ну, здесь как бы вопрос не стоит о том, что мы должны, наша организация должна что-либо доказывать. Здесь вопрос стоит о том, что это здание должно работать, и это здание можно передать в право пользования на какой-то определенный срок для того, чтобы ребята могли его ремонтировать и просто-напросто его запустить. Вот как бы и весь смысл вопроса. О других как бы проблемах речь не идет, поэтому... А просто устные договоренности, понимаете, они... Когда две стороны их исполняют, когда две стороны
направлены на сотрудничество, это хорошо, и так можно работать. Да, очень много. Все нельзя записать. Но, к сожалению, когда одна сторона это исполняет, а вторая сторона, в частности, это районная власть, не хочет это делать, ну, как бы, это джентльменское соглашение, скажем так. Володимире, куди вже зверталися, чи зверталися взагалі куди-небудь стосовно цього приводу, які робили там, можливо, запити, ну, от, якось намагалися вже відновити оцей баланс і цю от джентльменську угоду, так, що, як ви це назвали, ну, от, куди зверталися, яким чином вже намагалися відновити справедливість? Письмом в районну адміністрацію і районний совет. Потому что, ну, как бы, решение с этим вопросом, согласно закону о местном самоуправлении, по регламенту Старобельского районного совета, вопросы, которые решаются на сессии, могут выноситься как главой администрации, так и главой районного совета, либо депутатами. Мы обращались как к депутатам, как к главе администрации, как к главе районного совета с этим вопросом. Как бы со стороны районного совета и со стороны администрации было сопротивление. Вот. Естественно, что мы пошли дальше, мы обратились с жалобами в адрес кабинета министров Украины, мы обращались в министерство по временно оккупированным территориям и переселенцам. Приезжала к нам комиссия с этого министерства, с Луганского регионального представительства. Они видели своими глазами, что происходит в этом здании, каким образом, в кавычках, скажу так, используют его отдел образования. Были сделаны соответствующие запросы на районную администрацию, но, к сожалению, на данный момент это дело, оно пока стоит мертвым грузом, висит. Володимире, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що ми спілкувалися із Володимиром Череватим, юристом, що займається цією справою. Також хочу нагадати нашим шановним телеглядачам та радіослухачам, що ми працюємо в прямому ефірі і в будь-який момент ви можете долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 050-210-08-98 або написавши на нашу сторінку у Фейсбуці LifeLotLife. Можете писати там свої коментарі, ставити запитання чи просто висловлюватися. І також хочу нагадати, що можете ви перейти на нашу сторінку у Фейсбуці, скориставшись QR-кодом, який наразі бачите на своїх екранах. Ну, і повертаючись до в цілому розмови, ну, по великому рахунку, питання стоїть в чому? Тобто це навіть не те, щоб повністю передати у власність громадської організації. Просто користатися. В чому саме проблема тоді виникає із тим, що, ну, от, наразі немає цих кружків, так, які от кажуть, що ви заважаєте дітям займатися в кружках. Їх наразі немає. Навіть якщо будуть створюватися ці кружки, то тоді вже можливо буде шукати якісь альтернативи, так, я розумію. Чому от саме зараз це питання так гостро встало? Тобто користалися, все було нормально, а от тепер ну, не хочуть вам давати в користання цю будівлю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не понимаю. Я могу только в чем-то кого-то подозревать, но понять я не могу. Потому что действительно до вот этих событий никаких проблем не было. Пока мы не стали говорить, что есть возможность отремонтировать окна и запустить отопление. На сегодняшний день там холодно, мы отапливаемся обогревателями. То есть, чтобы проводить мероприятия, вот в воскресенье мы проводили праздник, посвященный Дню Святого Николая, ну, было у нас около 90 человек зрителей на этом празднике, мы отапливались обогревателями. Ну, то есть, как бы, я не знаю, как объяснить, почему то, что мы хотим сделать для громады, не за счет денег бюджета, не за счет налогов граждан города Старобельска и Старобельского района, а за счет донорских средств, которые мы привлекли, которые уже есть, и уже, допустим, с января месяца эти же дети, которые, ну, участники коллективов, кружков, Дома творчества сейчас там явно занимаются, они мы могли бы заниматься там фактически. Потому что тобто, были по бы... великому рахунку ви навіть не проти з тим, нет, дітей, конечно, нет. Мы написали, меморандум о совместном использовании этого здания. Мы на одной из наших встреч, круглых столов, предлагали этот меморандум. То есть, ну, все наши
попытки идти навстречу друг другу и договариваться, они наражаются на, с той стороны на стену просто нежелание с нами разговаривать. Нам говорят, однозначно нет, вы не получите это здание ни при каких раскладах, хотя мы говорим, что вы не можете решать, решают депутаты. Но сейчас оказывается всяческое давление и на депутатов, хотя многие из них были в этом здании, они говорят, мы однозначно на вашей стороне, мы не видим ничего против, чтобы вы ремонтировали, чтобы люди пользовались имуществом, которое принадлежит жителям района. В принципі, така ситуація. Ну, у нас є ще один дзвінок від наших телеглядачів або радіослухачів. Доброго вечора, представтеся, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання або висловлюйтесь. Добрий вечір, мене звуть Єлена, я із города Старобільська. У мене вопрос буде к нашим виступаючому мэру города і Оксане, руководителю Дієвої громади. Я услышала здесь в эфире такую цифру 11 миллионов гривен на ремонт бывшего кинотеатра «Дружба». Но неужели вот вы обращались к районным руководителям? Что они говорят по этому поводу? Ведь вы же собираетесь ремонтировать кинотеатр бесплатно для города. Почему в районе нет дорог? Почему в районе в таком занедбанном состоянии находятся больницы, коммунальные какие-то предприятия? Почему они тратят 11 миллионов на кинотеатр, который готов отремонтировать доноры? Мне непонятно это. Как такое может быть? Дякуємо за таке запитання. Прокоментуйте, звертались чи ні? Ну, от, чим в цілому аргументують хоча б? Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле, вот на сегодняшний день из районного бюджета уже выделено 200 тысяч гривен на проектно-сметную документацию по этому зданию. И 11 миллионов, которые озвучены, да, для ремонта этого здания, их в районе нет. То есть есть фонды тоже различные, ДФРР, Яна Николаевна лучше знает, какие фонды, куда может обращаться или город, или район за финансированием. И район в этом случае может так же, как и мы, писать проектную заявку. Только наши проектные заявки, общественные организации, они намного меньше. И они не идут конкретно на ремонт, они идут на деятельность. Но благодаря тому, что мы делаем деятельность, ну, эффективно сотрудничаем с громадой, нам поддерживают и ремонтные работы в том числе. И, ну, очевидно, что 125 тысяч, которые мы можем потратить на установку окон во всем здании на втором этаже, или 200 тысяч, которые тратятся на проектно-сметную документацию, это ощутимая разница в цифрах. Ну и еще один звонок у нас есть от наших глядачей або слухачей. Доброго вечера, представьтесь, звідки вы телефонуете, и ставьте свое запитание, чи висловлюйтесь. Доброго вечора, мене звати Сергій Ткачук, я з Старобільська. У мене складається таке враження, що район спеціально дискредитує сьогодні міського голову і команди, і робить все для того, щоб ці зміни позитивні, які проходять в місті, знівелювати. Хочу сказати, щоб міський голова і всі, хто її підтримують, громадські організації, не здавались, тому що люди за ним. Дякую. Дякуємо за дзвінок. Ну от, як прокоментуєте, дійсно, чи можливо це спроба дискредитувати саме вас як міського голову? Ви знаєте, настільки зараз дуже складна ситуація в городе во взаимоотношениях. Могу предполагать, почему она возникла, но не могу говорить, скажем так, фактами, подтвержденными документами. Конкретно по кинотеатру «Дружба», я не думаю, что именно эта ситуация, это дискредитация. Да, у нас есть много позиций, по которым я могу открыто сказать райдерж-администрации, в чем заключается мое недовольство, но по этой ситуации я не думаю, что она связана именно с этим. Единственное, вот к чему призываю и уверена, что районная власть, райдерж-администрация, представители райдерж-администрации будут нас смотреть, депутаты райсовета будут смотреть, это к тому, чтобы мы все-таки
несмотря на все передряги, несмотря на все жизненные ситуации, политические веяния, наверное, оставались людьми. И точно так же, как наши переселенцы сейчас нуждаются в нас и в нашей поддержке, людей города, власти, точно так могли бы нуждаться мы в ней на другой территории. Призываю всех депутатов районного совета просто на человеческих отношениях обратить внимание на Дієву громаду, сесть вместе с вашими руководителями за стол переговоров, найти компромиссное решение, которое было бы приемлемо и районной власти, и переселенцам, которые совершают эту деятельность. На самом деле их сфера влияния и сфера деятельности, она намного шире, чем проведение просто каких-то мероприятий. Это поддержка людей, которые оказались вот в сложных жизненных ситуациях. Туда приходят люди за юридической помощью, за правовой помощью. Да, люди просто приходят за советом. И ну, это уже весомая, скажем так, часть города. Не люблю термин «внутренне перемещенные лица». Это часть нас, часть города, часть людей, которые у нас здесь находятся. По механизму, который мы с вами оговаривали, да, действительно, для того, чтобы сделать любой объект, нам нужно сначала разработать проектно-сметную документацию, потом выделить через сессию, либо же через определенные фонды подать заявку и получить субвенцию из бюджетных денег области или государственного бюджета. Выделение денег на проектно-сметную документацию не дает гарантии того, что в ближайший год будет сделано именно за счет районных средств. Почему? Потому что мы все-таки находимся, так же, как и вся Украина, в процессах децентрализации. Мы не знаем, как будет происходить объединение в разрезе Старобельского района и удастся реализовать вот именно по этому зданию данную позицию и выделить эти деньги за счет свободного остатка, а по-другому, если они не вкладывают в бюджет, это будет сделать ну, очень сложно. Думаю, что, возможно, они подадут проектную заявку на какие-либо фонды, но опять-таки никто не дает 100% гарантии, даже 50% гарантии о том, что данные деньги будут выделены и данные деньги до конца 2018 года будут реалізовані в повному об'ємі. Стосовно грошей, ви ще трохи раніше казали про те, що наразі там опалення в цілому ніякого нема і на наступний рік воно не заплановане. А в цілому, як виникла ця проблема із опаленням, чому його там немає і чому його не хочуть туди проводити? Вы знаете, именно по вот данному зданию, не я являюсь за ним ответственным. Мне кажется, что Оксана более подробно вам сможет рассказать, что именно с отоплением получилось и почему вообще у них вот возникла нужда в отоплении всего здания, восстановлении и вообще организации какой-то котельни или возможности отапливать данное здание. Ну и до вас переадресуем запитание. Чому там опалення нема? Когда мы вошли туда в феврале 2017 года, мы видели, что отопления нет. Но мы были полны сил работать. Впереди было лето. И опять же наши устные договоренности с районной администрацией о том, что отопление будет включено. Почему отопления не было? Мы узнали, что это была допущена производственная халатность, по-другому этот факт никак не назовешь. Воду просто не слили в морозы, и система отопления просто полетела в этом здании. Потрескались батареи, потрескались трубы. Некоторые батареи уже были заменены. Ну, остаток работ, который еще был не произведен осенью этого года, мы сделали самостоятельно. То есть мы купили за свой счет трубы, мы купили соединительные какие-то там материалы для того, чтобы восстановить эту систему отопления, не ждать, когда это сделает районная власть. Но почему на это здание не заложено отопление в бюджет района, для меня это вопрос. Если нам говорят о том, что там проходят кружки, что это здание действующее, функционирующее, это же легко можно проверить. В бюджете отопление не заложено ни в прошлом году, ни в этом году, ни на следующий год. Его нет. Ну і ще один є дзвінок від наших глядачів або слухачів. Доброго вечора. Представтеся, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Алло, добрый вечер, Денис, добрый вечер, студия. Моя фамилия Баронин Владимир Васильевич. Я звоню из города Рубежного. Очень приятно видеть
вас всех. И, честно говоря, я понял, Яна Николаевна, которая является мечским головой города Старобельска, к сожалению, не понимает той ситуации, в которой она оказалась. То есть, Яна Николаевна, я ответственно вам хочу заявить, у вас в городе нет публичной собственности облигованной, то есть у вас нет реестра, мечского реестра, понимаете, проблема в чем? Вот я просто услышал, я, к сожалению, только 10 минут смотрю, или там 15 минут смотрю передачу, не совсем в курсе всех ваших проблем, но это первая проблема. То, что ваше здание фактически находится, висит в воздухе без документов, то, что ваше здание не принадлежит вашей громаде, Старобельская, понимаете как? Я прошу связаться со мной, может, наша инициативная группа вам поможет разобраться, в какой ситуации вы находитесь, как мечской голова, если вас поддерживают старобельчане, а я сейчас обращаюсь в большей степени к старобельчанам, которые меня знают, которые активная часть Старобельска. Вы сможете сделать через выборы вашей громады, то есть собрать всю громаду города, сделать наконец-то конституционный устрой в своем городе. Понимаете, проблема в чем? И получается, я не пойму вообще, как райадминистрация, то есть районная администрация может действовать на вашу собственность громады. Понимаете? Я понимаю, что у нас в стране это проблема в большей степени страны, то есть государства нашего. Но опираясь на людей, а я так понимаю, вас люди поддерживают, вы можете сделать общие сборы города, на общих сборах города решить проблемы громады, понимаете? От, я... Дякуємо за дзвінок, думка ваша зрозуміла, прокоментуйте. Я поняла, о чем речь. Я думаю, что мы свяжемся обязательно. Я пересмотрю эфир. Фамилия ваша мне знакома, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся. Но данный объект, вот именно реестр, да, это есть проблема города, но данный объект по документам, он находится в собственности райдержадминистрации. Да, районного совета. Поэтому именно с этим объектом немного другая ситуация. Но я благодарю вас, и точно так же, как и предыдущий звонок, Сергея, благодарю за поддержку. Мне это очень важно, и я думаю, что мы все вместе, поддерживая Диеву громаду, сможем решить данную проблему и отстоять и интересы жителей, и интересы переселенцев, и все-таки найти общий язык с райдержадміністрацією, з депутатами районного совета і знайти консенсус. Ну і от є у нас ще декілька запитань від наших телеглядачів або радіослухачів у Фейсбуці. Отаке запитання, читаю мовою оригіналу. Яка позиція переселенця Олександра Каліна, заместителя глави районної адміністрації? Є підтримка і розуміння чи ні? К сожалению, нет. К сожалению, нет, я не знаю, может быть, нас неправильно трактуют, может быть, думают, что мы хотим забрать это здание и по кирпичикам вывести на оккупированную территорию или каким-то образом использовать его под коммерческую деятельность. Нет, мы хотим взять это здание в пользование, просто чтобы этот факт был закреплен юридически. Это наша единственная, в принципе, просьба такая для того, чтобы осуществлять там деятельность на благо жителей города. Нет, нас не поддерживают, к сожалению. Ну, еще один звонок у нас есть. Доброго вечера. Представьтесь, откуда вы телефонуете и ставьте свои запитания. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Плудникова. Я жительница города Старобельска. Хочу подтвердить слова предыдущего мужчины, что звонил к вам в эфир. Я согласна, что с этим скандалом из-за кинотеатра хотят дискредитировать Яну Николаевну. Ну, дело в том, что она очень много сделала за свое короткое время, которое находится мэром города. Очень много сделала для города. Это значит утеплили здания, дома жилые, общежития, накладывали обвинки за... Производится отвоз бродячих собак, потому что, например, я водила своих детей в школу и в школу, потому что нападали собаки. Урны стихийные, свалки мусора, поставлены новые урны, сделали новый тротуар на квартале Ватутина. Теперь можно с коляской ходить. Я говорю потому с коляской, что у меня маленькие внуки.
там невозможно было идти, воды было по колено. Проводится мероприятие для детей на квартале Ватутина. Зрозуміла ваша думка. На жаль, часу у нас досить мало. Ви, ну, щось зрозуміли, що дуже багато Яна робить для міста. Більш конкретно до питання чи до висловлення, що хотіли сказати, будь ласка. Я вам говорю, що це райгосадміністрація ставить палки в колеса Яни Миколаївні. Цим вони вредять на право жителів просто відбувати. Хоча це неправильно. Вона дуже хороший чоловік. Зрозуміла ваша думка. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Ну от і все ж таки, ну от бачимо, що люди, ну, дійсно настоюють на тому, що це тиск саме на вас через підтримку цієї організації. Ну і в цілому, ну от чому, на вашу думку, люди так вважають? Чи, ну, от є якісь, якась зацікавленість у когось із райадміністрації чи райради, так, в тому, щоб вас якось дискредитувати? Да, я не буду, скажем так, кривить душой. Сейчас поднимается вопрос о создании территориальных громад. У меня позиция по этому вопросу простая. Нужно все разговаривать на языке цифр. Мой последний призыв на планерке у райдержадминистрации о том, что сельские головы, давайте будем не торопиться, торопясь, чтобы мы не отставали от процессов, но сядем и все просчитаем. Вызвало ряд недовольства со стороны определенных людей, которые в дальнейшем планируют заявляться на громады. Я это понимаю. Выборы в громаду – это очередной всплеск, скажем так, самопиара для каждого. Мне безумно приятно, что вот все количество людей, которые сегодня звонили, так или иначе касаются вопросов и переселенцев, и моих личных вопросов, потому что все понимают, насколько я болею душой за людей в городе. Ну и вы знаете, это еще раз подталкивает меня к мысли о том, что мне не нужно писать письма, а идти вместе с нашими переселенцами, вместе с Диевой громадой и участвовать, не ждать, пока меня позовут, а участвовать и отстаивать их интересы. Поэтому с моей стороны будет всяческая поддержка, как была, так и есть, но я думаю, что в ближайшее время мы усилим свои позиции и уже вместе будем выходить к депутатам и к главам района. Ну і ще один у нас коментар є від наших глядачів або слухачів. Переселенців було потрібно селити до санаторію Соснової, а не продавати його за копійки. Ну, тут розмова йде не про те, щоб поселити, а про те, щоб створити суспільно-культурний центр. А от, ну, чи розглядали, можливо, таку ініціативу, коли в цілому цей, ну, був він проданий за копійки, і наскільки можливо було б в цілому, десь в іншому місці зробити оцей, ну, зробити оцей центр? Нет, мы другую альтернативу не рассматривали, потому что, ну, во-первых, я же говорю, что не так много объектов коммунальной собственности, что можно вообще рассматривать. Это раз. Второе. Это здание, оно стояло, пустовало, оно не использовалось, и мы увидели, ну, потенциал, что его можно использовать, это здание. И оно очень выгодно расположено, ну, с точки зрения общественных, культурных мероприятий, с точки зрения активности социальной. Рядом находится перемещенный университет, рядом находится школа, рядом находится музей и, опять же, позашкольный центр детского творчества. То есть всем очень удобно. И от того, что мы бы сделали, и мы, и районный совет, то есть общими усилиями сделали бы это здание, которое работало бы для громады, выиграли бы все. Понимаете, как? Почему противодействие идет, я не могу понять. Ну и останнє вже запитання. Часу залишилось досить мало. Що плануєте робити далі? Ну от які ваші подальші будуть дії для того, щоб все ж таки ця будівля, ну, хоча б тимчасово, так, якщо навіть туди заведуть якісь кружочки, щоб до цього хоча б часу була можливість займатися, продовжувати діяльність свою проводити там? Ну, на самом деле, по нашому договору ми маємо право там займатися в тих двох поміщеннях до 2020 года. Я думаю, що не будет все-таки выгонять нас районная власть. Но какие наши действия? Наши действия, мы идем на сессию. 22 декабря в 10 часов утра будет районная сессия районного совета. Мы все-таки надеемся, что депутаты
проголосуют за здравый смысл, что они не будут поддаваться каким-то уговорам, ну, каким-то непонятным. Мы, в принципе, открыты. Мы работаем с 9 до 5, до 6, ну, когда и позже. Мы открыты. Пожалуйста, старобельчане, приходите, посмотрите, что в этом здании сейчас находится, что сделано нами, что делается Домом творчества. Это здание коммунальной собственности громады. Каждый имеет прийти право, каждый имеет право прийти туда и посмотреть, что там сделано, что там планируется сделать и вообще что там происходит. Поэтому наша задача идти на сессию. Я хочу, чтобы люди поддержали нас, в принципе, а депутаты проголосовали за то, чтобы мы имели возможность пользоваться этим зданием. Не забираем его навсегда, пользоваться зданием. Ну, на цьому маємо ставити три крапки на цьому ефірі. Будемо уважно спостерігати за розвитком подій, будемо в подальшому із вами також зв'язуватися, щоб дізнатися все ж таки подальшу судьбу вашої громадської організації. Дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що на студії були Яна Літвінова, старобільський міський голова, та Оксана Очкурова, керівник громадської організації «Центр спільного розвитку Дієва громада». Дякую. Дякую також і вам, шановні телеглядачі та радіослухачі, за те, що сьогодні були із нами, були активними, і адже заради цього ми і працюємо, і маємо наразі з вами попрощатися, але попрощатися ненадовго, адже завтра о 16:00 в традиційний час ми повернемось до вас із новою цікавою інформацією, актуальними темами для обговорення разом із вами і також із живими гостями в студії. Ну а також завтра о 7 ранку прокидайтеся з лотом на живий ранок, там будуть піднімати вам настрій на увесь день та дарувати приємні подарунки. Ну а сьогоднішній ефір для вас провів я, Денис Воляний. Всього найкращого!